Всем добрый вечер. Мы в Лазаревском под кафе «Причал». Вечерком. Так, немножечко прогуляемся. Крутенько, как говорится. Вот он, пляжный дом. Возможно, на обратном пути мы встретим Вилли. И он нас очередной раз пригласит. Но пока хочу показать вам причал. С этого ракурса обнаружил, что два типа хода стоит сейчас. Причала с одной стороны и с другой. Наверное, Сочи 2014 вернулся. Потом узнаем. Колесо обозрения, кафе «Причал». Сейчас подождем температуру воздуха. А может, не стоит взять. Какая разница? Тепло. Явно, что больше 25 уж точно. Да, за эту мелодию YouTube мне пришлют обязательно предупреждение. Кафешка, пляжный дом. Что-то там происходит в кафе «Кавказ». Вспоминает Оренбургскую область. Ну, прогуляемся вдоль моря. Все, насмотрелись розовых огоньков. Так, ну что, докуда дойти? Далеко идти, честно говоря, что-то вообще не могу. Устал. Лень. Ну, давайте вот туда вот. В районе столовой «Виноград» выйдем на набережную и пойдем в обратном направлении. Дети пользуются кресло. Люди там ужинают, шампанское пьют. Но мы будем, так сказать, светить им камерой в глаза. Люди отдыхают. Кто-то ныряет вон там с фонариком. Водолазы. А вот тут мы подвинемся с вами на набережную. И пойдем в обратном направлении. Best, я запомнил. Это best. А это стояло именно. Сегодня никто не машет мне с балкона, потому что не знаю, что тут шарить. Хотя и в тот раз, когда махали, тоже особо не заметил, если честно. Кофейня, тир, булочная, медийная номер один. Не спрашивайте, где мидии, можно поесть и устрицы эти сразу. Вот, это здесь. Я вообще замечаю, что бы я ни говорил, меня никто не слышит. Так бывает. Обычно по утрам обращайте внимание в первом ролике. Обращайте внимание именно там. Так, набережная, духи, люди, кони тоже встречаются. Кафе «Шторм». Это промороженное пятеро. Там у нас караоке, кто-то поет иногда. Иногда красиво поет, иногда так поет, что лучше не слышно. Красиво, колесико горит наше. Кафе, точнее ресторан. Не кафе, а ресторан кафе. Люди. А мы посмотрим по сторонам. Того, кто здесь и Вилли может встретить. Девушкам представить, я не знаю.
друзья, еще раз мы тут в пляже дом. У нас дискотека как раз сегодня, у нас дискотека уже начинается. Вот. Дискотека прямо уже... Мы стартуем. Но, конечно, друзья, как всегда знаете, время идет. Приходите, приезжайте, Лазарская, и не забудь пляжный дом. И всегда, Алексей, все тебе передают привет каждый день. Я ваш привет уже передал, поэтому приезжай к нам и встречай пляжный дом. Я вот такую мысль читал, кого-то кто-то подсказывал в этом. Помните, я задавал вопрос по поводу, что там сделать в районе фонтана Одуванчик. Вот такие подобные качели, мне кажется, было бы прикольно сделать, там, чтобы люди сидели просто, висели, катались среди деревьев. Я думаю, было бы здорово. Причал сегодня не работает, а набережная работает. Не пошли. Причем работаю только наполовину, так люди фотографируются, я обойду. Может быть, у вас какое-то такое, знаете, маленькое землетрясение, в связи с тем, что я иду так быстро виляю. А что делать? Приятно видеть полицию, кстати, вот последние, точнее, в этом сезоне я ее замечаю. Я не так часто выхожу на улицу, на набережную, но тем не менее, замечаю, патрули ходят. Как они ходят, в порядке. Если такое понадобится. Ну, не знаю, во всяком случае, пока в то время, когда я ходил, никаких таких подобных беспорядков, ничего такого не было. Может, я рано хожу. Обычно в это время я уже ухожу в сторону Мальборо. Засыпаю. Так, фаворит, прибой, сами. Дойду, как всегда, я до Колораж. Где и закончу этот ролик.
кто-то набрал людей. Мясо, шашлыков, и сейчас пойдет трапезничать. А я к себе максимум, ну, возьму, если что, арбузик какой-нибудь, не знаю, либо стакан воды. Да, так себе нарушился ветер. Так, набережная пляжа Лазаревский 2. Наверху играет музыка в ресторане «Прибой». Ну, пойду я сюда туда. Уже чувствую запах краски. Чувствую. Там ребята делают картины. Зёбры спрашивают шкурку. Зёбр. Народ играет в хоккей. Мама тоже ушла. Поменьше людей, поменьше, а что поменьше, не знаю. А, ну, наверное, пока не рисуют, нет художника. Приходите, кому интересно, посмотреть. Он с определенной периодичностью рисует, а может быть, когда заказы поступают, не знаю. Все, топаем. Народ уселся на лавочках, не знаю. Наверное, интересно было бы пройтись, но может уже прошлись и уже устали. Кто-то бьет груши. Пойду к Максу схожу, посмотрю, как у него там дела. Ну, и будем заканчивать этот ролик. Все коктейли пьют молочные. А я вспоминаю корову. Банановая. Надо будет еще сходить. Завтра, кстати, у них там, ну это завтра, это все равно не пометил, какое число, но в любом случае у них там мероприятие какое-то, посиделки. Боюсь, что я не успею сходить, не смогу. А очень хочется. На набережной море тоже отдыхает, там кальяны курят, видите. Общаются, дышат свежим морским воздухом. Ну, а мы заканчиваем нашу прогулочку. Вот, видите, опять наряд полиции. Приятно. Я такого уже сколько лет не видел. Вот в этом году вообще не видел. Просто прогуливаюсь, контролирую. Так, пока никто не пляшет. Все, всем до свидания, всем пока. Всем до новых встреч. Всем здрасте, всем здрасте. Я скучаю по вам, пожалуйста, приходите. Приходите танцевать, я так соскучился. Одному скучно. Ничего, все будет. Все, всем пока, ребят.